это произведение я начинала писать еще в прошлом году, когда все мы, всей страной, всем миром отмечали 75 лет победы над фашистами. И она посвящена памяти погибших воинов. Первая часть – это картина поля после войны. Вторая часть – воспоминания и одновременно предрекание светлого будущего и мира. Третья часть – ламенто – это плач о падших воинах и молитва одновременно. И четвертая часть называется «Конец войны».